Приветствую вас. Случившееся с вами, точнее, та ситуация, которую вы описываете, то состояние, которое вы описываете, пришло к вам неспроста, не просто так. И то состояние, которое вы описываете, оно имеет, как правило, свои причины, свои основания, модели развития своего. И вы как-то пришли к тому, что у вас пропал смысл, как вы говорите, жить с родными, с самой или родственником. Вы как-то к этому пришли? Как-то. Так, может быть, постараться поисследовать этот момент и постараться понять, как вы оказались в этом положении, в этом состоянии, как получилось так, что вы, по сути, ничего не хотите. Как вышло так, что вы ничего не хотите? То, что вы описываете сейчас, скорее всего, является следствием. Это следствие, то, что вы описываете. Но ни в коем случае не причины. А причина заключается, скорее всего, в чем-то другом. Но в чем другом заключаются причины, конечно же, не ясно. И потому необходимо раскрыть эти причины, помочь вам увидеть себя, может быть, со стороны, помочь лучше понять себя, что же вы хотите. Потому что вы потеряли себя, совершенно очевидно, что вы себя потеряли. Ну, вот. Возможно, поработав в таком контексте, вы могли бы и отыскать тот самый стимул, который вы потеряли, тот самый смысл, который для вас исчез. Главное, чтобы был необходимый материал для анализа, необходимый материал для работы. Вот. Мне кажется, так, любую проблему можно решить, любой момент можно скорректировать, если у вас будет желание в этом направлении двигаться. Если нет,
то это, конечно, уже совсем другая история. Сейчас, на данный момент, вы предлагаете нам просто дать вам некий смысл, который вы по ряду причин потеряли. Сейчас вы предлагаете нам это сделать. Но что бы мы вам не предложили, какой бы смысл мы вам бы не предложили, он, скорее всего, вам не подойдет. Потому что у вас он свой. И наша основная задача — помочь вам его увидеть. Захотите ли вы позволить нам оказать вам помощь или нет, это уже вопрос, ответ на который вам необходимо найти для себя самой. То есть я предлагаю вам побеседовать в рамках консультации и поисследовать свои чувства, поисследовать свои эмоции, поисследовать свои желания, посмотреть, что же вы хотите и где кроется, собственно говоря, корень проблем. Вот так мне кажется можно вам ответить. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите. Также буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!